Капитальный ремонт инфекционного отделения начался чуть больше месяца назад. Основные работы сейчас проводятся по демонтажу в кабинетах и палатах здания, которое состоит из трех этажей. На сегодняшний день полностью демонтаж проведен на двух этажах. Здесь же проложена новая электропроводка. Здесь в инфекционном отделении будут медицинские боксы, то есть специально для пациентов с заразными инфекциями, чтобы они не контактировали друг с другом при лечебно-диагностических мероприятиях. Замены всех сетей, водопровода, электричества, естественно, сигнализации. Капитальный ремонт проводится на средства республиканского бюджета. Выделено 173 миллиона рублей. В капремонт входит замена всех сетей зданий, внутренняя отделка, новая мебель и оборудование. Инфекционное отделение рассчитано на 20 коек. Ремонтные работы планируется завершить в августе. У нас еще есть отделение родильное. Отделение гинекологическое и так далее, которое в настоящее время уже проводятся проектно-изыскательные работы. И отдельное здание у нас есть, где тоже проводятся проектно-изыскательные работы. На время ремонта пациенты инфекционного отделения переведены в другое здание. Оказание медицинской помощи продолжается. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Заинска.